Окончательно и бесповоротно принят бюджет городского округа Химки. Главный документ рассмотрели на очередном совещании Совета депутатов. Бюджет городского округа Химки на 2014 год составляет 7 миллиардов 800 миллионов рублей. Однако потратить предстоит 8,3 миллиарда, из чего получается дефицит в 500 миллионов. По словам представителей администрации, серьезных проблем это не доставит, но работа предстоит непростая. Недостающие средства необходимо найти. Сегодня принят бюджет на следующий год и 2015-2016 годы с предельным дефицитом бюджета, который предусмотрен бюджетным кодексом, это 9%. Предстоит серьезная работа всех служб, концентрация всех усилий на пополнении доходной части, сокращение, соответственно, той недоимки, которая образовалась у предприятий нашего городского округа. И эта задача предстоит выполнять всем службам в 2014 году. Напомним, в Химках и в целом в Московской области впервые принимается трехлетний бюджет. Он по-прежнему социально ориентирован и, к слову, впервые почти 97% всех средств будут потрачены на долгосрочные муниципальные программы.